Топ-3 любимых группы. Ну, наверное, точно «Руки вверх» назову, потому что такая у них музыка, которая и танцевальная есть, и лирическая у них заряжает, мне очень нравится. Наверное, из последнего отдам предпочтение «Скриптониту», последнего альбома, прям высший класс. Ну, наверное, вот я вот эти две выделю, которые остальные мне как бы без разницы. В этом плане меломан. Я могу и рэп послушать, могу и попсу, могу иногда и рок, если так кто-то слушает. Мимо не пройду, не скажу, что вы включили. Ну, наверное, назову еще группу «Ленинград». Поэтому, когда жил в Питере, Сергей Шнуров играл, наверное, в каждом угле, в каждом подворотне и в раздевалке у нас. Поэтому был на концерте Шнура. Что такое лето? Лето, это «Отпетые мошенники». 1-0, поехали. Не, это слышали, слышали, это «Отпетые мошенники». Я волна, новая волна, диджей Смэш это. А, ну это с Моргенштерном, конечно. Но песня это? Нет, Моргенштерн не очень люблю. Песню знаю, вот кто исполняет ее. И провожали мы закат. Ну, да, но я не помню. Но в плейлист добавим, а кто поет ее? Погоди. Мы встречались с тобою полгода. Я не помню, кто поет. Бывало в душе, не в погоде. Не лето, что ли? Не лето? Не, ну добавляем, он мне нравится. Плюс он с нашей родной Свердловской области, поэтому мы обязательно его добавим себе в плейлист. «Зачем мне солнце», «Монако», «Люси». Ну, конечно, это тренд, хит последний, его все слушают. Но я добавлю, многим не нравится, но она такая веселая, легкая. У нее простой текст, ненавязчивый мотив, поэтому как раз такая погода здесь, она такая. «Зачем мне солнце в Дубае?» Ну понятно, что это рэп. Это не Ти-Фест? Тогда не знаю. Не, не добавлю. Это для себя не добавлю. Если рэп, я немножко другая направленность. Для меня, ну, тут нету смысловой нагрузки в тексте. Там они просто джемятся и кайфуют. Ну, это по настроению, но в данный момент я бы не добавил себе в плейлист. Ну, что-то музыка знакома. Ну, сразу, наверное, песня старенькая. Я вот боюсь опозориться, песня, она известна. Я боюсь опозориться только, кто ее исполняет. Поэтому песню-то точно слушал ее. Но я ее добавлю в плейлист. Ну, естественно, «Руки вверх», конечно. Мотаем дальше, она в плейлисте. «Я по тебе скучаю, я тебя весьма...» А я не помню, как это даже песня называется, честно. «Крошка моя, крошка моя». Ну, я сразу понял, что это «Руки вверх». Но это обязательно плейлист мой заходит. О, Би-2, мой рок-н-ролл, классика. Это поэтому она там даже не обсуждается. Да, я думаю, есть такие песни, которые будут звучать, играть на всю жизнь. Мне кажется, что пройдет и 20-30 лет, и поколение, которое будет расти, и мои дети когда-то раз услышат эту песню, они влюбятся в нее так же, как я влюбил в свое время именно в эту песню. Ну, «Круг» — это... Ваня Темников меня подсадил в свое время на Мишу Круга, поэтому... Я думаю, да, все пели эту песню в караоке, и я не исключение. Владимирский Централ. Я думаю, это было бы очень обидно, если бы я сейчас эту песню не назвал. Я мог ошибиться, даже думаю, с Би-2 мне бы простили, но точно не с Мишей Кругом. Мое окно. Нет, песня хорошая очень, реально. Такая душевная. Особенно хорошо слушать ее, кто когда в караоке поет, у кого есть голос, не как у меня. Хорош. Да, плейлист добавляем.
Футбольщик, мальчики походят на качков. Ну это точно не каста, точно не мальчишник. Вот современнее, да, я... Притом я, мне недавно ее включали, я как бы ее... Песня-то, я не скажу, что она новая, наверное. Федук? Федук? Нет, не нравится он мне. Не нравится? Нет. Мамия Геншпиль. Ну это, ну когда, конечно, добавляем, ее все знают. Особенно, когда смотришь видео в Ютубе. Ну у него и так, конечно, у него специфическая дикция, как у Скриптонита, и тяжело напеть его. Но когда он на концертах в Ютубе с видео, когда он перестает петь, и весь зал в унисон вместе с ним, шикарно. Добавляем обязательно. Ароматы ванили. Ароматы. Митя Фомин. Хай-фай, но Митя Фомин сначала. Нет. Дальше. Ехать некуда. Вот это новое из нового. Это малиновое, это ладыш или как это? Да нет, дальше. Не звонят, а звонят. Это Серега, только с кем он? А, Потап и Настя. Не. Я лучше не пару послушаю, чем их. Блин, а представляешь, я бы вспомнить название этой группы. Да, раскачает, я знаю песню эту. Файна. Не, ну мы добавим ее, конечно. Вот это... Не, ну да, ну наложили биточек такой и сделали ее сами. Не, хорошая. Не, послушать можно. Нет, добавим просто как такой эксклюзивчик. Когда кого-то удивить хочешь, он думает, сейчас окунусь в прошлое, а ты ему просто бит туда, и он начинает колбаситься. Ночной хулиган. Да. Не, добавим. Знаешь почему? Я богат и молодой. Моргенштерна, это новый, последний клип его смотрел в Дубае его. Нет. Но не нравится он мне. У него есть песни, они, конечно, звучат хорошо, но у него текст ничему не может не научить, ничто тебе не может. Просто как поколбаситься, послушать на раз, да. Но если мне в критический момент нужна будет песня какая-то или там плейлист из 10, ее там и близко не будет. Но я песню эту слышал, ну кто поет. Но это она везде играет, на всех, на хоккейных матчах перед матчами она играла, и на футбольных она матчах играла. ACDC. Но это все, ну, известная группа, и песня известная. Ну, я думаю, я добавлю плейлист. Все, кроме Моргенштерна.